период пандемии крайне непросто действующим спортсменам. Карантин закончится, спорт вернется, а физическая форма останется? Ну, вот именно с этим вопросом мы обращаемся к олимпийскому чемпиону по шорт-треку Семену Елистратову. Он с нами на прямой связи по скайпу. Семен, добрый день. Где вы находитесь? Расскажите, вы дома, я так понимаю? Да, здравствуйте. Я дома, нахожусь в своем родном городе, город Уфа. Вот, как видно, сижу дома, в доме, на самоизоляции. Рассказывайте, как проходят ваши нетрудовые будни. Сколько уже лишних килограммов набрали? Ну как, я же профессиональный спортсмен, мы все равно себя как-то пытаемся поддерживать. Какие-то физические упражнения, плюс у моих родителей есть загородный дом, что, конечно, облегчает жизнь. Поэтому можно как-то заниматься на свежем воздухе. Легче. Ну да, либо пешком, например, туда ходить, тоже вполне себе физика. А как вы эту физическую форму поддерживаете, что вы, чем вы занимаетесь дома? Ну, у меня есть велотренажер, велостанок специальный, есть скакалка, какие-то специальные упражнения, которые мы занимаемся, подготовительный период, скажем так. Вот. Ну, ничего такого прям серьезного, выдающегося, но для того, чтобы поддерживать форму, этого вполне достаточно. А как настроение, расскажите, во время самоизоляции? Ну, как настроение? Настроение нормальное, конечно, но все равно, скажем так, не очень приятно, что существуют какие-то запреты, что то же самое, просто элементарно не сходить в спортивный зал, потому что абсолютно все спортивные залы в моем родном городе закрыты пока что. Вот поэтому все хорошо, главное, что родные, близкие, все живы, здоровы, никто не болеет. Все рядом, поэтому все хорошо. Дай бог, совершенно с вами согласна. Последний вопрос. А говорят ли что-то тренеры? Есть ли хоть какие-то, ну, такие примерные даты возобновления тренировок? Я не знаю, я сам жду какого-то ответа от своей федерации, от того, как будет сформирован тренировочный план, когда он начнется, мы пока ничего не знаем. Тоже так же, как и вы, мы все ждем. В режиме ожидания находимся. Спасибо большое, Семен. Надеюсь, что это случится в скором времени. Вы продолжите свои тренировки. Семен Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, был с нами на прямой связи по скайпу.